Президент России Владимир Путин провел встречу с мамами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы. Во встрече с президентом приняли участие матери 17 российских военнослужащих, участвующих в спецоперации из различных регионов страны. То, что ваши ребята... большинство из них выбрали такую судьбу ко служению Отечеству, защиту Отечества, защиту Родины, России, защиту наших людей, в данном случае в Новороссии, на Донбассе. Это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения. Это не результат каких-то наставлений и нравоучений. Это результат личного примера. Это всегда так. Президент подчеркнул, что семьям будут оказывать всестороннюю поддержку.